про глаза я могу что сказать, что это вообще, если говорить по-мультяшному, они, знаете, могут действовать как лазер. Они могут абсолютно все, что есть в этой плотности, они абсолютно все могут как прожигать. То есть, но это не в прямом смысле прожигать, умертвлять, а в том смысле, что открывать любой мир, любой портал через глаза. Не через чувствование, а через глаза. Потому что основной вид чувствования, оно идет через глаза. Посмотрите, вы, наверное, знали такой факт, что слепые люди не умеют смеяться. Не глухие, а слепые. Почему слепые люди не умеют смеяться? Слепые, ну то есть, которые совсем прям полностью слепые. Не которые там чуть-чуть видят какой-то свет, а полностью слепые, там, например, с рождения, да? Они не умеют смеяться. Почему они не умеют смеяться? Потому что они не умеют считывать глазами, не умеют считывать мимику человека. А мимика — это первоисточник вот этой вот вибрации, откуда идет, откуда начинается. Не отсюда начинается, и не отсюда начинается вибрация. Вот это вот круги на воде, да, она начинается вот отсюда, вот, а потом ты уже можешь вот отсюда, это как первый уровень, это второй уровень, а это вот уже самый глубокий уровень, начало. Вот. И слепые люди не умеют смеяться, потому что они не умеют считывать, они не знают, как это, когда, как это оттуда, когда это смешно. То есть их можно научить, что вот это вот юмор, вот это вот еще что-то. И они будут знать, что как бы вот здесь можно посмеяться. Но истинного вот это, когда мы там заливаемся над какой-нибудь ерундой, нет. То есть у них не формируется вот это чувство юмора. Представляете, насколько важный это орган глаза для человека. И когда люди говорят, например, там очки, там еще что-то, это можно рассматривать прям с очень разных позиций, почему ты вышел на уровень нехотения видеть. Не просто там «я не хочу вот этого видеть» и все. То есть тут уже намного глубже. Тут прям настолько, что я не готов видеть ни первый, ни второй, ни третий уровень начала любого другого человека, либо себя как базы человечества. Ребятки, всем привет! Это мой резервный канал. Здесь я выкладываю некоторые видео, но на вопросы я не отвечаю здесь, потому что даже их не читаю. Если вам нравятся мои видео, если вы их смотрите, то, конечно же, присоединяйтесь к моему основному каналу. Все ссылочки будут под этим видео. И, конечно же, на основном канале вы можете зайти в комментарии, задать мне любой вопрос, и тогда я его либо вам напишу, либо озвучу в каком-нибудь из своих видео. Также я приглашаю вас на свой канал в Telegram, где вы можете пообщаться по теме автономии и просветления, работе с сознанием и не только, со мной и с другими участниками. Нас уже, ребят, больше 10 тысяч. Я вас всех очень жду.